Всем привет! В этом видео я покажу, что же я привезла из Италии для своей семьи. Конечно, в Италии выбор подарков не ограниченный. Это может быть и еда, и сувенирная продукция, и одежда. Все зависит от вашего бюджета и, конечно же, ваших предпочтений, предпочтений вашей семьи и друзей. Мама мне сказала деньги не тратить и купить только оливковое масло. И я заказала его фаттории, то есть это такие фермерские хозяйства, которые производят сельскохозяйственную продукцию. И я заказала 4 литра. И я покажу другие продукты, которые купила моя свекровь в качестве подарков для моих родителей. Это оливковое масло Коп Фьоре Фьоре, это ее любимая марка. И здесь я показываю, мы уже перелили из канистра в бутылочку оливковое масло, вот такого оно зеленого цвета. Следующий, конечно, популярный продукт, который везут из Италии, это пармезан. Пармезан хорошего качества, пармиджано реджано. Вот такой вот еще измельченный, 2 пакетика. Мы его любим добавлять и в пасту, и в супы, в гречку. Очень вкусно получается. И вот такой тоже измельченный пармезан, грана падано уже, нарезанный пластинками. Вот такие 3 вида. Следующий сыр, который я привезла, это горгонзола. Тоже очень известный, популярный сыр в Италии. Пармиджано-реджано, грана-падано и горгонзола. Следующий подарок, который передала моя свекровь, это вот такое печенье, которое продается в супермаркете Кастрони. Амаретти, оно очень популярное в Италии. Вкусное и мягкое. Всем советую, мы его очень любим. Было 3 упаковки, одну мы уже съели, потому что первые дни мне было совершенно не до видео. Дальше Джорджо купил Россо ди Монтальчино. Это хорошее вино по приемлемой цене, оно стоит в районе 10 евро. И Дизароно, это известный итальянский амаретто, ликер с 1525 года. Это вот подарок моему папе от Джорджо. Раньше я привозила и лимончелло, и амара. То есть в этот раз вот такие подарки. И вот еще Карла купила в Кастроне мармелад. У меня мама очень любит мармелад. Я показываю, как они упаковывают, конечно, красиво. Так, это каперсы и тунец. Конечно, в России есть оба этих продукта, но я купила по пути в супермаркете, чтобы приготовить вителло тонато. И еще Карла приготовила патте свое фирменное на день рождения моей мамы, чтобы мы поставили на стол. Я его поместила вот в такую форму уже и залила желатином. Да, перевозила я его в обычном стеклянном контейнере. Я купила семена. Это римские цукини. Мне они очень нравятся, и я захотела, чтобы мама посадила их у себя на даче.
тут мы уже открыли эту упаковку. Семян оказалось очень-очень много. И мама решила угостить, поделиться со своими соседями и друзьями. А еще моим родителям очень понравился рецепт, который мы выкладывали с Карлой, ризотто со спаржей. И поэтому Карла купила спаржу, чтобы я повезла ее в Россию и приготовила моим родителям такое ризотто. Вот такие подарки я привезла. Чемодан у меня был забит под завязку, ровно 23 килограмма, плюс еще была ручная кладь 10 килограмм. Дальше я покажу, какие подарки я купила своей племяннице, маме и небольшие сувениры. Купила своей племяннице вот такой свитшот веселый от Benetton и рюкзак. Она у нас в этом году идет в первый класс. Вот, она мне вызвалась помогать снимать эту часть видео, потому что позировать мы очень любим. Ну-ка, открой там, посмотрим, что какая, большой он внутри или нет. У них аж три замка. Прикольно. Да, вот сюда будешь что-то мелкое складывать. Может, тетрадки, сюда учебники. Вот здесь такие лямки хорошие, да, чтобы спине больно не было, померить. И эту туалетную воду я купила в Duty Free. Маме на день рождения. Она любит этот аромат. Габриэль. Давай мыло теперь показывать. Или можно все мыло, которое у нас есть, оно такое. И только одно от них отличается. Вот это вот. А что на картинке нарисовано, Карин? Ты же была там? Здесь нарисован Колизей. Это я забыла, что. Это курорт итальянский, Портофино. Давай, это курорт. Показывай мыло близко. Колизей. Здесь везде, вот на этих мылах Колизей. Вот. И все эти лапки. Только одна от них отличается. Вот это вот. Вот такое красивое. Вот от них отличается. Ты довольна рюкзаком? Да. Прекрасный, просто прекрасный. А уж мнечко покажу. А? Может, миньончика покажу? Давай, покажи.
Еще у меня есть вот такой вот фильм. Его зовут Буфа. Его мне Карла дарила, когда я ездила в Италию, и мне было 3 годика. Подарки я привезла в Россию из Италии. Увидимся в следующих видео. Всем пока!